Если что, это логово мачо. Я не смею вообще его трогать. Если он узнает, то он меня зароет. Прям тут. Вот кто-то долго отсутствовал на канале. Вы не знаете, случайно, кто? Блин. Я? Это я? Добро пожаловать на канал Минкей Интертеймент. С вами Лисаран. Будница Лисаран вернулась! Если честно, ништяки, я очень сильно по вам соскучилась. Все, кто был подписан на мой инстаграм и вконтакте, те знают, почему я отсутствовала. Да и вы, думаю, догадываетесь, почему. Подписывайтесь на инстаграм, чтобы знать, где ты здесь сейчас. Саран 5475. Господи, я выучил свой ник, наконец-то. О! Сегодня мы будем страдать фигней в приложении лайк. Это типа подобие на мюзикле, только это лайк. Думаю, вы уже догадываетесь, что сегодня мы будем делать. Хорошо, если догадываетесь, то просто молодцы. Если нет, то давайте сейчас вам расскажу. Я, короче, много видела, где блогеры смотрят своих подписчиков в этом приложении. В основном мюзикле. Но я такая креативная, что решила это сделать в лайк. Моя креативность зашкаливает. Это очень оригинальная идея, так что нигде вы такого не увидите. В общем, я попросила ВКонтакте, в Инстаграме вас снимать клипы с хэштегом MinKeyEnt. Я вас нахожу и смотрю на вас, моих любимых ништяков. Хоть увижу, как вы выглядите. Но перед тем, как начать, хочу вам сообщить, что завтра, 28 декабря, в Донецке состоится кей-поп-вечеринка. Помните, где-то сколько, 2 месяца или 3 месяца назад я рассказывала, что была в Донецке вечеринка, и я на ней была. Там было куча ништяков, и в этот раз все будет по новой опять. Я говорила, что вам сообщу об этом, когда будет следующая вечеринка, что я и делаю сейчас. Вечеринка будет очень крутая, я в этом уверена 100%, так что приходите. Будет очень весело, там будет кей-поп батл, в котором я участвую. В общем, ссылочку оставлю в описании на паблик, там все подробности, где это будет, во сколько и сколько это будет стоить. Ссылочка в описании. Ну а теперь передвигаемся к лайки, милайки, лайки, лайки. Так поется или нет? Ну что, погнали смотреть, что тут ништяки понаснимали. Ой, просто милота. Я не знаю. Прям сейчас растаю, Лисаран припотает. Сейчас вот тут вот так вот. Саран так же растаяла, как и снег в Донецке. Вот что вы сделали? Ах ты! Почти как Вон Хо делаешь. Или Хён Вон, подожди. Вон Хо, Хён Вон. Блин, почему я путаю до сих пор? Хён Вон, Хён Вон. Да, я это помню. Кто смотрел ништяковый обзор на Драмарама, тот поймет. А если не смотрели, то подсказка, ссылка в описании. Го смотреть. Ой, такой котеночек миленький. Это очень мило. Вы такие нёшки у меня. Вау, нежданчик. Цветочки под ягодок. О боже. Это такая ностальгия. Пойти что ли цветочки и после ягодок посмотреть. Кстати, я ж на Новый год хотела их смотреть. Знаете, я смотрю цветочки после ягодок, как и все остальные люди смотрят на Новый год. Ну, не все, конечно, но наши родители, допустим, смотрят «Иронию судьбы». А я цветочки после ягодок! О, oh, yeah!
Это что за аномалия была только что? Этот тоже решил повеселиться. Сядь. Иди отсюда. Мачо, отстань. О, еще и Омега начала гавкать. Спасибо! Давид. Я себя ору просто. Крутой. Следующий клип очень креативный. Девочка взяла, постаралась, нарисовала Чонгука, где он был одет в кролика. Как бы анимацию сделала. Это очень креативненько. Смотрим. Ой, блин. Это так мило. Ты молодец. Это очень классно. Спасибо. В то время, когда я снимаю видео, ты решил побегать. Спасибо. Не дождешься, чтобы я тебя гладила. Все, мы в ссоре. Боже, огромное тебе спасибо. Мне так понравилась эта песня. Я-то думаю, откуда она? Я загуглила, а оказывается, это ОСТ из дорамы «Пока ты спишь». Я помню, на трансляции вы мне говорили об этой песне. Но я не знала, о чем вы имеете в виду, о какой песне. Вот теперь я знаю. Она очень красивая, и ты еще так сделала шарики везде. О боже, это очень мило. Наверное, у тебя был день рождения. Если это так, то с прошедшим тебя! Чукай! Новый год, Рождество, подарики. О боже мой. Вау, бля, какая крутецкая, я не знаю, как это называется, пижама? Я тоже такую хочу. Это что, леопард? А что там на голове? Это что, единорог? Леопардовый единорог? О, у кого-то снег лежит, а у меня ничего не лежит. Это очень красиво, молодцы ребята. Ништяки вы лучшие. Дальше выступление, видимо, девочка со своим, возможно, братиком, я не знаю, выступала, танцевала BTS Go Go. Это настолько мило, боже мой, давайте посмотрим. Да. О, блин. Это очень мило. Кьоми. Братик такой сел. Я. Я уже сказала, что ты мила, да? Я 100 раз уже сказала. А, мне так вот девочка понравилась, она такая миленькая. Очень красивая девочка. О, масочку одела. Это Мишка вот этот из аниме какого-то, да? По-моему, где-то я его видела. Это из аниме точно. Или не точно? Для меня кусок сделали клип с кусоком. Почему? Я сейчас просто рыдать буду, ребята. Это очень мило. Очень приятно, когда твои зрители знают, что тебе нравится. Например, присылают сообщения там с кусоком, там фоточки всякие, там рисуночки, видосики. Блин, это настолько приятно, что я прям не могу, сейчас разрыдаюсь прям здесь. А. Ну что это такие? Огромное тебе спасибо.
Обожаю тебя. Да еще и сайфер вставила. Господи! Ну как так можно охеренно танцевать? Боже ты мой! Господи! Подписаться на нее что ли, а? Я говорю, ее ник вам, значит, Лиминки. Просто возьмите, подпишитесь. Самопиар! В общем, ребят, на этом все. Не обижайтесь, если вы не попали в это видео. Если насобирается очень много лайков и очень много комментариев, то, конечно же, я сделаю вторую часть. Только я во второй части хочу показать, как я сама снимаю что-нибудь на в лайк. И, конечно же, вы тоже снимаете с хэштегом MinkeEnd. Просто с хэштегом этим я вас найду и в следующем видео покажу. Также подписывайтесь на мои социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, лайк, Ютуб. С вами была ваша Лиса Ран. Увидимся!